Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя, и сегодня опять снимаю с руки, потому что сейчас нет возможности снимать со штатива. Вот, это Тигра Мэйл, три письма, очень такие творческие, классные. За прошлую неделю было крайне мало писем, половина потерялась, и до сих пор мы их не можем найти, почтальон не приносит, но говорят, что на почту они не приходили, вот, и поэтому... Девочки выслали повторно письма, я вот жду их. Пока покажу вам вот эти три, я их всех уже вскрыла, но смотрела только вот это письмо. Это письмо от Светланы. Смотрите, как оно красиво украшено. Прикольно так, марка здесь классная. Левушка такой, такая деталька. Здесь QR-код какой-то. И вот такая наклейка. Кстати, письмо пришло вскрытым. Это меня очень сильно расстроило. Я надеюсь, что отсюда ничего не украдено. И все, что есть в конверте, оно там и осталось. Вот так вот оно было вскрыто полностью. Очень обидно. Сейчас. Это не должно быть здесь. Письмо и его вложение подарило мне просто ностальгию. В тех временах, когда я только начинала заниматься перепиской, 2002 год, и мы пересылали подобные книжечки, только еще меньше друг другу. Я не знаю, как они называются. На самом деле, флипбук, наверное. Вот здесь вот так вот написано, что это книжечка для друзей. Здесь можно найти другу по переписке и заполнить пожелание свою анкету и переслать другому человеку. Вот, здесь идут анкеты людей. Их тут довольно много. Вот анкета девушки, которая начала вообще вот эту вот книжечку. Очень классно. Здесь много адресов. Вот. И я буду свой тоже здесь писать. Далее было очень-очень яркое письмо. Оно огромное. На двухсторонний листок А4. Оно полностью украшено разными наклейками. Здесь такие розы. Письмо очень интересное, очень содержательное и мудрое. И были в подарочек вот такие вот прикольные наклейки маленькие. Вот такой вот. Я даже не знаю, кто это. Но это, наверное, сова. Это не пингвин, уж точно. Сова, скорее всего. Затем был Гуфи. Гуфи. Вот он. Переливается. И была еще вот такая вот наклейка марка декоративная, очень клевая. Обязательно использую ее где-нибудь. Так что спасибо большое за ответ. Вот. И жди мой ответ теперь. Далее было вот такое вот письмо на акварельной бумаге. Конверт сделан без обратного адреса, к сожалению. Вот такая вот Моана здесь. И причем на мой никнейм в Инстаграме было прислано. Такая вот классная марка. Как я понимаю, это с Калининграда письмо. Вот. И обратного адреса нету. Получено было 1 апреля, а принесли мне его только 3-го. Итак, здесь было очень много флаеров. Была звездочка маленькая. И что меня удивило, это вот такая вот штучка. Очень прикольная. Вот, это кленовый листик. Вот такой вот. Оп. Не знаю, где его использовать. Вот, это, скорее всего, как подвеска идет, да, потому что здесь есть дырочка. Я думаю, что можно сделать закладку из этого тоже. Очень классный, красивый листочек. Вот. Спасибо большое. Переходим к распечаткам. Здесь была эмоджи, моя любимая. Затем такие вот картинки очень классные. Лаванда. Затем вот такая вот картинка. Это скам! Гляньте, это скам! Офигеть, круто как! Юнас!
Вообще офигеть. Супер, спасибо большое. И здесь вот такая вот наклейка. Малышка. Тоже очень классная. Вот, затем Босс Молокосос. Я не смотрела еще Логан, я еще не смотрела. Вот этот фильм я очень хочу посмотреть. Все просто никак не найду время. Здесь играет Дэйв Дехан. Я очень люблю этого актера. Он очень круто играет. Вот, я думаю, что этот фильм просто не подведет. А затем была вот такая вот распечатка, кажется. Это обратный адрес, понятно теперь. А затем Зверопой, который я еще тоже не смотрела, мне все его рекомендуют. И совсем такое вот небольшое, но довольно креативное письмо. Очень классный почерк. Так что жди от меня обязательно ответ. Вот, я очень рада твоему письму, оно такое прикольное. Теперь переходим к последнему конверту, который очень меня поразил. Здесь такая красота сделана. А девочка отмечала меня в Инстаграме на фотографии с этим конвертом. И я сразу не заметила. Оказывается, здесь написан неправильный дом и написан неправильный индекс. Поэтому я даже не представляю, как мне письмо принесли, как вообще не перепутали. Вот, и очень я рада. Да. Письмо, кстати, тоже было наполовину вскрыто, сразу говорю. Вот. Надеюсь, что все на месте. Так, вот само письмо. С разными вопросами. Обязательно почитаю. И, о, это у нас что-то вроде фолдера. Вот такое классное. Обалдеть, наверное, грудь ногами все-таки лежало оно. Вот так, наверное, мне кажется. Да. Посмотрите, какие драконности красивые здесь. Птички обалденные. О, ух ты. Вот так вот открываем. Ой, какая красота. Какая открытка потрясающая. Посмотрите, это почтовая карточка. Обалдеть. Большое-большое спасибо. Затем здесь идут вот такие вот наклейки милейшие. Просто прелесть. И, ух ты, ничего себе. Моя мама и бабушка будут очень-очень рады. Семена, это же вообще красота просто. Большое-большое спасибо. Очень удивило меня. Прям очень. Так, затем у нас был здесь чай Гринфилд. Я очень люблю вот этот кенийский. Он очень мягкий, вкусный. Спасибо большое. И последнее, это вот такой вот конвертик. Да, вот так вот он открывается. И здесь у нас приятности. Вот у нас здесь была такая распечатка, вырубка с розами. Очень-очень красиво. Затем у нас были вот такие вот здесь распечатки. Точнее, это, наверное, наклейки, как мне кажется. Сейчас. Вот такая вот карточка. Затем вот такая. Вот такая прелестная птичка. И вот такие вот. Что это у нас? Это у нас лента, кажется. Потрясающая просто красота. Обожаю голографик. Итак, последнее. Это вот такие вот наклейки. Ой, они сыпятся. Такая бабочка. Еще одна бабочка. Еще одна бабочка. Написано, что светящаяся. Наверное, не в темноте светится. Такая. Чемоданчик. Радио. И фотоаппарат. Вот. Спасибо большое. Здесь все такое классное, все такое прелестное. Вот. Я надеюсь, что все действительно на месте. Никто ничего не вытащил из конверта. Такая вот кучка приятностей пришла сегодня. Так что всем спасибо за ваши письма. Обязательно ждите от меня ответы. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.